Да. Че, друзья, сегодня уже пилим дрова. Уже примерно кузова полтора напилили. Вот второй, третий, может, уже напиливаем. Сейчас вот такую березку толстую Oh,
Плюс всего этого, друзья, плюс того, что мороз, это хорошо. Здесь раньше на болоте была вода, вот покажи лед. И эта вода сейчас замерзла, друзья. Раньше здесь ходил, сапоги скрывало. А сейчас лед сковал все это болото. И ходишь, просто режешь вот так, напрямую ходишь. Не ищешь какие-то обходы по кочкам, а прямо вот напрямую. Нашел, валяется, берез много валяется. Пошел, распилил и выносишь, куда тебе надо. Не шастаешь там по кочкам, не прыгаешь, а вот по льду просто ходишь и все. Ладно, выключай. Че, друзья, едем, короче, нагрузили кузовок. Вот так вот. Остался еще кузовок. Не знаю, темно, наверное, уже будет. Поеду, не поеду. Сейчас посмотрим, как доедем. Гаишников педал, проехали, видали, как грузил. Слава богу, ничего не сказали, не тормознули. Так-то так, едем. Вот так вот, друзья, солнышко у нас садится уже. Продолжаем ехать. Проехал примерно 700 метров. Оттуда вот. Сейчас такой поворот поверну. И там до поворота следующего 700 метров. И там еще 1,5 километра до дома. В общем, 3 километра отсюда ехать. Не знаю, ехать, не ехать еще. Если все нормально, может, съезжу. А может и нет, чтобы не создавать никаких угроз на дороге, блин, по темноте. Чтобы мне никто предъявы не предъявил, типа гаишников каких-нибудь. Нафиг мне это надо, может и не поеду. Я пока до дому доеду, оно уже сияет, солнце, 100%. Так что давайте ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем видосы. Это у меня уже, по-моему, 8-е или 9-е видео будет по мотоблоку, по эксплуатации. 20-й раз за дровами еду. Короче, где-то уже 170 километров проехал на нем я. Вот. Спалил, короче, 25-92 бензина. 25 литров. Вот. Сейчас еще десяточку взял. Как-то так. Ну, примерно, да, 170, я по котле считал, 170 километров проехал. Вот 20-й раз дров пишу, друзья. Востока вот. Ну, как-то так, ребятишки. Ладно, все, давайте, едем дальше. Едем, вот газу сколько добавил. Не до конца, и потихонечку едем. Ну, почти на максималке. Потихонечку. Быстро нафиг нам надо. Насиловать его. Ну что, друзья, всем и вам
знакомая ось от ступицы прицепа. Короче, вот сегодня у меня опять проблема, друзья. Колеса-то, что я от москвича купил, ага, ладно, фиг с ним, да? Короче, проколол колесо, это раз. Ага, и там была, короче, дырочка. Видать, уже грибок стоял. Колесо такое, как бы это... Ну, вот такое вот, короче, колесо, понимаете? С дырочкой, с грибком вставленным. И рядом уже дырка. И, видать, в эту дырку пролезла вот такая вот... Ну, типа, вот такая трава какая-нибудь сухая. И проколола. Ну, это я так думаю, что травой проколола. Но не суть-то в этом. Поехал, короче, на монтажку, да? Спасибо одному мужичку, короче, выручил, блин, вообще прямо классно. Это. Я говорю, что, давайте грибок поставим. У меня грибок был, все новый думал поставить. Он говорит, выкини нафиг свою покрышку. Я говорю, блин, так у меня нету больше. Он говорит, сходи он у меня на это. Рядом с гаражом, короче, столько покрышек валяется. И вот он мне вообще офигенную покрышку дал, друзья. Ну, по крайней мере, по сравнению с той, это вообще офигенно. Ни одной, ни грыжи, ничего. Короче, заклеил мне камеру, все как надо. Вот только с СТОшки привез. Короче, 100 рублей взял. И говорит, приезжай днем, сколько надо покрышек, бери себе. Поставишь себе, потом в запас у тебя будут покрышки. Вот, друзья, ставим вот этому мужику вот такой лайкосик, друзья, подписываемся на мой канал. А я, короче, устанавливаю сейчас покрышечку. Колесико устанавливаю, и завтра, короче, поеду опять. Хотел сказать, в грибы, но в дрова поеду. Вот, ладно, давайте. Ну что, любимые мои друзьяшечки, подписчики. И немножечко процесса, короче, и несколько слов. Что ни день, то... модернизация или ремонт прицепа. Прицепа. Вот такого вот Forza 2 прицепчик. Да. Вот он. Сейчас посмотрим пока что. Вот такие вот сварные соединения. Вроде пока ничего не откалывается. Мужики мне тут заварили были. Как бы держится все грамотно пока. Ну и слава богу. Тут у нас, так, оси, оси колес нормальные, так, все нормально, чики-пуки тут, все как надо, все затянуто, нигде ничего не сколики. Так, и вот моя вот эта вот доработочка прицепа, вот видите, вот эта вот пластина, которая зафиксировала, дышла вместе с прицепом. Комментарии мне написали, что вот здесь вот, короче, дышло пополам пойдет. Да я вот думаю, дорогой ты мой подписчик, нифига она не пойдет. Видишь, тут даже изгиба никакого, ни деформация, ни это, не деформировалось ничего, как бы это, слава богу, все нормально. Вот, но вот когда изначально было, вот видишь, вот здесь вот помято чуть-чуть, изначально она помяла, а сейчас она вообще даже туда не ходит, дышло, видишь, она... Вот туда толкая, она намертво сидит, она даже не продавливается. Да. Соответственно, здесь никакой нагрузки нету. Вот. Рекомендую, друзья. Кому надо будет самому потом разгружать что-нибудь, вот эти вот выкручиваешь болты, два штуки, и все. И вот этот штырь выдергиваешь вот так. И он будет у тебя откидывать все как надо. Короче, ребятишки. Еще какой у меня ремонт вот здесь вот был, вот этот вот. Тоже как бы вот, видите? Стойте. Посмотрим. Вот, вот здесь вот только что, видите, чуть-чуть надломалось маленечко здесь, да? Вот здесь надломалось уже как бы. Вот эта фигня дышлица. Вот тут вот видно как. Надломалось уже дальше стало. Но я думаю, мне дров хватит еще повозить, а потом уже доваривать это надо будет дело. Так-то, в принципе, вот эта вот фигня еще будет держаться. Но уже бы не мешало заварить это, друзья. Вот. Еще какой? Какой? Ну вот процесс сам пошел. Закручиваем гайку. Грайвер шайбу поставили. И закручиваем сейчас. Гаечка на 24. Ставим, короче. Поставили. Ну, тут сильно тянуть-то не надо. Так, чтобы грайвер сошелся. Сходится грайвер. И все. Колесо крутится. Можно чуть-чуть ослабить гаечку. И колесо лучше стало крутиться. Оно влияет на скорость вращения. Вот все. Сейчас затянули, все как бы нормально. Ну вот, друзья, сейчас ключ положу здесь, это завтра. Ну еще какие у меня по этому прицепу замечания. Вот это вот сиденье, которое заднее. Заднее сиденье. Ну это так себе.
Ничего страшного. Вот эти вот болты, которые держат эту дужку заднюю, от вибрации откручиваются постепенно. Приходится каждый раз их дозатягивать. Вот. Чуть затянули. Ладно, все. Сиденье разбило, короче, было здесь с таким вот тоненьким поролоном. Я сюда бабахнул, короче, в два ряда пятерочный поролон. И он получился у меня вот сжатый. Вот все. Теперь сиденье у меня мягкое, друзья. Наш Шопенгаген ездит в мягкоте. Вот. Такие дела, друзья. Больше вроде ничего нигде не обламывается, блин, слава богу. Катафотики стоят. Ну, я бы вот этим производителем Forza 2 вообще даже наклейки не стал клеить. Чё позориться, друзья, колеса выкиньте, поставьте нормальные, обычные жиговские, вот такие ставьте и продавайте. Вы чё, даже не новые, вы берите просто старые, бэушные, более-менее, и продавайте. Вы чё, народ-то, всякой фигнёй снабжаете, 1410 покрышка стоит, маленькая, китайская. Ставьте нормальные вот такие жигулевские колеса, продавайте с ними эти прицепы. Будет намного лучше, и спрос будет хороший, и люди не будут париться потом. Выпендриваться, блин, искать себе колеса. Не каждый догадается еще поставить эти колеса. А так увидят, ага, а, о, у меня у соседа у Жигулей такая покрышка есть, я ее поставлю. А у меня где-то у деда завалялась. Все, давайте, короче. Все, пока теперь сегодня. Ушка, зима. О. Как там говорится, привет Израилю и остальным друзьям, подписчикам канала YouTube. Да ты что? Кис, вы как так это зимуете, да? Вот снежок как валит. Ставим лайки, короче, подписываемся на канал. Омская область, город Тара. Снег, короче, 1 ноября. Время примерно, сейчас скажу сколько. Время у нас 16:58, а по Москве 13:58. Вот, друзья, прямо сейчас это вот дело происходит. Вчера, короче, был лед замерзший прямо на кол. Вообще ездил, дрова возил. Вот эту вот лужу, короче, не мог продавить мотоблоком. А сегодня уже все растаяло. И вот сейчас, короче, пошел снег. Все, давайте.